위대한 조국전 중에서 발휘된 서린군대와 인민의 불굴의 투쟁정신과 희생정신, 승리에 대한 신심과 락감주의 정신은 오늘도 사람들을 감동시키고 있습니다. И ловил себя на том, что я готов подписаться под каждым словом. Мой прадедушка дедушка с другой стороны Цеплов Степан Алексеевич был пулеметчиком, воевал в составе противотанкового ружья. В 1943 году, участвуя в боях на Южном фронте, в Сахарную, с проклятой водой.